Всем привет! Сейчас расскажу, как покупать жидкость стеклоомывателя и при этом не производить отходы упаковки. Вот, например, Ярославская область, и очень много где по трассам Ярославской области стоят такие автоматы, в которых, соответственно, летом продается летняя незамерзающая жидкость, а зимой зимняя. Пока вот автомат залита зимняя жидкость, сейчас я этой жидкостью пополню бачок омывателя своей машины. Есть несколько нюансов. Вот не делайте так, как я сделал сейчас, потому что я стал пытаться залить незамерзайку в автомобиль, забыв при этом сначала все необходимое оформить в автомате. Поэтому я вот так вот щелкаю пустой пистолет, да, и ничего не происходит. Поэтому сейчас я прекращу заниматься этой ерундой и попытаюсь как-то спасти положение. Щелкаю, все равно не работает. Вот, в это время мой помощник в машине пытается, собственно говоря, сделать оплату незамерзайки, потому что оплата принимается монетами, принимается деньгами, а еще она может быть оплачена Яндексом заправками. Если пользователь Яндекса, то не выходя из машины там, да, не вынимая кошелька, просто нажав пару кнопок на телефоне, можно эту жидкость купить и залить в бак. Вот сейчас проплата, кажется, прошла. Я еще раз попытаюсь понять, что происходит. Вот Яндекс уже подключил аппарат. Я выбираю полный бак. И сейчас уже... не получилось, да? Почему не получилось? Потому что надо нажать кнопку выбора либо на всю сумму, либо заливаем полный бачок омывателя. Вот, нажимаю. И сейчас случится фактически магия. Я пополню бак омывателя автомобиля без какой бы то ни было упаковки, налью ровно столько, сколько мне надо, и заплачу не больше, чем поместилось в бачок стеклоомывателя автомобиля. Ну, надо сказать, что, конечно, подъехал я не с пустым бачком, да, все-таки путешествие, да, всегда надо за всем этим делом следить. Вот, поэтому буду стараться, чтобы влезло столько, сколько влезет, вот уже практически бак я свой набрал. И вот практически заканчиваю этот процесс. Все, налил, иду возвращать пистолет в автомат. Заправил я 2,5 литра, заплатил за это 97 рублей. Сейчас я остановлю этот аппарат нажатием любой кнопки. А вот закрываю, соответственно, крышечку. И, собственно, все произошло. А вот так вот это выглядело из салона автомобиля. Нажатием кнопки оплатил заправку.